Объединяться для того, чтобы быть друг другу надеждой и опорой, доверять и знать. К тем, кто оказался в беде, всегда придут на помощь. Если надо, то поддержат в трудную минуту или разделят счастье. Самарский областной профсоюз работников социальной защиты населения – уникальная организация. Не только потому, что единственная в своем роде на всей территории огромной России, но и потому, что создается она руками людей, для которых работа в социальной службе – призвание. Чем как раз славится наша социальная защита, что очень много традиций, очень развит дух коллективизма, товарищества, взаимопомощи, и мы как профсоюз стараемся это поддерживать. Ну, у нас, например, в 9 часов в министерстве и в некоторых учреждениях, где есть такая возможность, начинается рабочий день с гимна социального работника. Он звучит по радио у нас. Вы знаете, вот я уже, ну, в общем, 25 лет проработала в органах соцзащиты, каждый день его слушаю, и все равно какое-то вот трепетное чувство это возникает. Нам в жизни все-таки повезло и с нашим руководителем Катиной Лидией Николаевной. Никогда никого не забудет, всем обо всем расскажет, покажет, поможет. И вот это твердое плечо для нас – это как манна небесная. На Лидию Николаевну посмотришь и сразу понимаешь, все будет хорошо. Она нам рассказала о всей нашей работе, о тонкостях нашей работы. Семинар у нас вели там такие грамотные, профессиональные сотрудники. Они нам дали очень много полезной информации, очень много дали нам брошюр, методических разработок, памяток. То есть это вот мы до сих пор этим пользуемся. Лидия Катина – заслуженный работник социальной защиты страны. Она знает все тонкости и нюансы работы изнутри, поэтому прекрасно понимает, сотрудники нуждаются в поддержке. Не только материальной, но и эмоциональной. И этой самой поддержкой для многих является профсоюз. Самарское областное отделение объединяет больше 15 тысяч человек. Это практически 90% тех, кто работает в системе соцзащиты. Вовлекая людей в общественную жизнь, как раз получаешь вот ту отдачу, что люди востребованы. Взять, вот, предположим, конкурс художественной самодеятельности «Хоров» мы проводили. Вы знаете, в нашей сфере 36 хоров. В нашем учреждении из 165 человек-работников, 165 у нас числится в профсоюзе. Они не просто числятся, но и очень грамотно, хорошо работают. У нас создана первичная профсоюзная организация, которая в общем таком тандеме с администрацией ведет работу, направленную работу на эмоциональное выгорание, на поддержку трудового коллектива в целом, как перед администрацией, так и совместно. У нас проводится очень много различных мероприятий, и спартакиады различные. Проводятся и творческие вечера с участием наших же всех работников. В коллективе работает, допустим, у нас не просто работает, а создана группа «Очарование», которая неоднократно принимала участие в различных не только районных, но и областных номинациях. Мне очень запомнилось мероприятие. Такое оно было очень торжественное, очень трогательное. К нам тоже приезжала Лидия Николаевна. И мы поздравляли, вручали почетный знак губернатора Самарской области «Куйбышев, запасная столица». Приглашали мы ветеранов социальной службы и работников. Лидия Николаевна сказала очень много добрых, теплых слов. Вы знаете, просто до слез. Главная задача, которую мы решаем, это вовлечение наших уважаемых ветеранов в общественную жизнь села, района, города, области. Это, конечно, передача опыта бесценного нашим ветеранам более молодому поколению. И в связи с этим мы проводим очень интересное мероприятие – это связь поколений. Это как бы связующее звено между молодым поколением и ветеранами соцслужбы. Нужно сказать, что за эти 6 лет, вот у нас буквально на днях исполняется, проведено более 2000 разных социально-культурных мероприятий. За последние 5 лет мы выиграли 8 социальных проектов различного уровня. 3 из них – это те, которые были инициированы правительством Самарской области.
4 – это проекты Министерства социально-демографической и семейной политики. И 1 – это проект, который выиграл президентский грант. Это в рамках конкурса президентской поддержки некоммерческих неправительственных организаций. В рамках этих проектов мы дополнительно привлекли из бюджетов различных уровней, как региональных, так и федеральных, более 5 миллионов рублей вот за это время. И по нашей информации, ну, по сути, это официальная информация, мы единственный областной профсоюз из 33 действующих на территории Самарской области, который занимается развитием проектной культуры. Больше никто не участвует в таких конкурсах. В рамках одного из проектов более 1000 ветеранов социальной службы обучили компьютерной грамотности. Благодаря программе «Профилактика синдрома эмоционального выгорания» удалось не только наладить отношения в коллективах, но и помочь многим сотрудникам. Выявили, на каком же уровне психоэмоционального стресса они находятся. Наверное, вы не удивитесь, что он зашкаливал. Есть цифры, есть графики, есть обоснованные методики. Что-то с этим надо было делать. И вот в рамках этого проекта мы сначала обучили психологов наших же новой методике, адаптированной под наших сотрудников, как снимать этот стресс, как бороться с синдромом эмоционального выгорания. И потом эту методику психологи внедряли на местах, дошли практически до каждого человека. Результаты были ошеломляющие, потому что снижение даже буквально за месяц тренингов снизил чуть ли не на 40-70%. Специалисты по социальной работе, значит, конечно, нуждаются в определенной поддержке, в определенной защите. И кто может им это сделать? Конечно, общественная наша организация – это именно профсоюзы. Поэтому, вот, проводя такие мероприятия, связанные с социально-трудовой сферой, там соглашения, заключения, коллективные договора, в которых мы стараемся, чтобы были в каждом коллективе какие-то дополнительные меры социальной поддержки. Наша территориальная профсоюзная организация была создана одновременно с становлением трудового коллектива. Именно совместно с территориальной профсоюзной организацией, учитывая сложность нашей работы, в начале 2016 года был подписан коллективный договор, в который вошли все предложения от первичных организаций, обособленных подразделений нашего учреждения. Ну, основные предложения, которые вошли в наш коллективный договор, это предоставление краткосрочных дополнительных дней отпуска оплачиваемых, предоставление дней здоровья в целях исключения эмоционального выгорания на работе, поощрение работников, удостоенных наградами Российской Федерации, Самарской области, поощрение работников, отработавших календарный год без листков нетрудоспособности, ну и, конечно же, материальная помощь, которая оказывается либо в трудной жизненной ситуации, либо, наоборот, при наступлении разных событий. Наш коллективный договор, хотелось бы отметить, занял первое место среди организаций нашей сферы Самарской области и третье место среди Федерации профсоюзов Самарской области. Мы очень гордимся, что мы достоились таких наград. Я очень благодарна нашему областному профсоюзу, что они никогда не оставляют наших детей без внимания. У меня 4 детей. И дети, ну, у меня вот сейчас самый маленький, он каждый год ходит на елку, которая проводится в ОДО. И 3000 детей охвачены и посещают этот праздник, с удовольствием ходят туда. И наша организация тоже, профсоюз, наш местный профсоюз тоже нашим детям дарит подарки, приходит на дом, как Дед Мороз и Снегурочка преподносят им подарки. Очень приятно. В этом году с помощью областного профсоюза были организованы курсы английского языка, двухмесячные. В данном мероприятии приняло очень большое количество человек участие. У нас есть такая услуга «Профсоюзный дисконт». Что это такое? Вот держатель этой дисконтной карты, он может обратиться в организацию, получить услуги тоже со скидками. И все эти, например, организации, услуги есть на сайте, где профсоюзный дисконт. Все можно найти, посмотреть. Услуги это могут быть и медицинские, могут быть салоны красоты,
магазины, гипермаркеты, в общем-то, даже турбазы, пансионаты, скидка от 10%. Профсоюз не оставляет без внимания тех, кто нуждается в материальной поддержке. Для этого создана касса взаимопомощи, благодаря которой более 2500 социальных работников смогли получить беспроцентную ссуду. Профессионализм работников областного профсоюза регулярно отмечается на самом высоком уровне. Подтверждение этому федеральные и региональные награды. Но самое народное из них – участие в номинации «Открытие и созидание» областной общественной акции «Народное признание». Тот случай, когда работу ни одного человека всей большой команды оценивает не строгое жюри, а люди, которые каждый день чувствуют заботу и поддержку. Вокруг меня команды. И настоящая команда профессионалов, и вообще товарищей, друзей. Ну, скорее всего, наверное, вот то, что мы единая команда, это связано с тем, ну, наверное, каждый вот о своей профессии говорит с любовью. Поэтому, конечно, я не могу не сказать о профессии социального работника. Это та профессия, которая требует особого характера, особого отношения к людям, потому что кто идет к нам? Идут люди с своими бедами, своими трудностями. И чтобы решать эти трудности, нужно забывать о своих. Вот такая вот жизнь наша, наполненная вот такой общественной работой, я считаю, она нас немножко окрыляет. И хоть и говорят, что профсоюз – это инструмент для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше, но мне кажется, что профсоюз – это душа.